привет. Сегодня у нас в плюсе гольф 2. Будем красить бампер передний, решетку вот таким вот пульверизатором. Будем зачищать его полностью. Потом красить черной краской. Посмотрим, что будет. Берем наждачку обычную. Закрываем его полностью весь. У него были риски, чтобы краска за него зацепилась. Его уже до этого кто-то красил, но не зачищали, вот она вся облезла. И вот так вот полностью весь зачищаем. Потом помоем его, обезжирим. И будем пробовать красить пульверизатором, который для забора. Ну как для забора, строительный. Забор, там стенки, белить им можно. Я им хочу покрасить бампер. Бампер наш готов. Зачистил его. Я его буду накрасить. Так как я его скоро буду менять, не без разницы, как он покрасится. Вообще так. Заклеиваем поворотники. Начинаем красить. Его покрасил. Пульверизатор, конечно, не очень, потому что он сильно много заливает, плюет. Вот видите, так-то пойдет. Решетку еще крашу. Докрашивать чуть-чуть осталось. Видите? Не шагрень тут, не апельсин тут, я не знаю чего, как это назвать, как раптор легла. Ну, для бампера пойдет, в принципе. Он такая шершавая. Все, всем спасибо. Пока.